Экс-начальник пограничной заставы Сары-Буктыр Алексей Фомин на свободе. Фигуранта загадочного дела Аркан-Киргенской трагедии апелляционная коллегия Алматинского областного суда постановила выпустить условно-досрочно. Таким образом, Алексей Фомин провел за решеткой меньше года. Приговорен же он был к 3 годам лишения свободы. Прокурор нашу жалобу поддержал, также просил ее удовлетворить. И судья отменил постановление городского Талдыкурганского суда, вынес новое постановление, удовлетворив наше ходатайство. Напомню, с 28 по 30 мая 2012 года погранзастава Аркан-Кирген перестала выходить на связь. Капитана Алексея Фомина признали виновным в сокрытии этого факта. Кроме того, его обвинили в незаконном хранении боеприпасов. Помимо срока, приговором Фомину было запрещено занимать госдолжности и служить в армии в течение 4 лет. Этот срок также пересмотрели. Дополнительный вид наказания, который был назначен по прошлому приговору 4 года, был также изменен судьей в 2 раза, то есть на 2 года. Сейчас Алексей Фомин на свободе, в отличие от рядового Владислава Челоха, которого обвинили и посадили за убийство 14 сослуживцев и егеря. Ему апелляционные и кассационные коллеги наказание оставили без изменения. Пожизненное лишение свободы. Евгения Сазонова, Алматы, Казахстан.